В 6 районах Тувы определены коллективы-победители для участия в республиканском этапе фестиваля «ТВ-Пистинг-Үргевис». С 4 апреля в 16 районах республики стартовали муниципальные конкурсы-смотры самого масштабного регионального фестиваля народного творчества. В этом году участники республиканского этапа, победители районных туров, выявляются специальным жюри, в составе которого выездная делегация Республиканского центра народного творчества и досуга. Фестиваль в этом году проходит под эгидой «Года развития малых сел в Туве» и 70-летия со дня образования Рис-центра народного творчества и досуга. Победители данного тура на муниципальном этапе борются за право представить родной район на республиканском. В ходе смотров в районном этапе оценивается единая концепция представленных программ, целостность режиссерского замысла с использованием различных жанров самодеятельного народного творчества. Талант и подготовку в творческом состязании оценивают в составе жюри также и представители администрации и управления культуры на местах.